Дорогие друзья, гости, подписчики мои обожаемые, вы находитесь на канале Любимого ТВ. С вами Татьяна Любимова, я природная ведущая. Давайте посмотрим, что происходит с мужчиной и что бы он хотел вам сказать. Так называемый разговор по душам. И, скорее всего, будет касаться тех, кто находится в сложных отношениях. Тогда, когда мужчина может холостяковать, и вы не понимаете, почему он не желает продвигать ваши отношения, вроде бы без видимых причин, ну и посмотрим, если есть другая женщина. То есть и так мы постараемся заглянуть, да, что там происходит у него, и что бы он вам хотел сказать и молчит. Итак, вариант в целом у нас будет один. Расположитесь удобно у ваших экранов. Карты выпадают. Итак, задача будет не из легких. Изначально закрыли информацию, но вы очень многое хотели бы знать, но не все возможно. Где бы то ни было. Будете вы искать это в таро-раскладах, будете вы его лично спрашивать. Здесь есть некая тяжесть. То есть браться за то, что вам не подвластно, не под силу. То есть этого человека вообще сложно понять. Здесь нет никакой стабильности, здесь нет ничего. Здесь, может быть, даже нет логики, нет того, что можно рассчитать. Да? Очень интересный человек. Кстати, император вышел, человек властный, авторитетный, деятельный, работящий, увлеченный своим делом. И, кстати, он любит и работать, и радоваться жизни. То есть человек живет вообще-то насыщенной, полной жизнью, как работает, так и умеет пожинать плоды своего труда. Ничего человеческое ему не чуждо, несмотря на то, что он все-таки из той породы, что я повелеваю. Вот типа того, да? Человек на своем месте, рациональный, хороший организатор. Если ставит перед собой цели, он их обязательно добивается. Знаете, как гуляет на всю катушку и работает также. Любить так королеву, воровать так миллион. Кстати, очень, может быть, даже радуется совместным, вот, плодам совместных с кем-то усилий. Возможно, он не работает сам на себя. Может быть, и есть у него свое дело, конечно же. Но здесь показано, что человек может как-то работу организовать, организовать некий отдых, и везде он будет заводилой какой-то принимать непосредственное там участие в любом процессе. Не можешь остановить, да, возглавь. Итак, что еще там у него происходит сейчас? А вы знаете, вот здесь, кстати, коснется тех, кто... Девочки, либо жены смотрите, либо человек не свободен. Здесь есть и женщина официальная, скажем так, да? Женщина, жена, подруга. И есть та женщина, которую можно назвать соперницей, любовницей. В официальном браке этот мужчина или нет, в любом случае здесь есть ситуация с третьим лишним. Возможно, между этими женщинами идет так называемое соперничество, разбор полетов. Возможно, мужчина не может отдать все-таки четкое предпочтение, на чьей он стороне. Давайте посмотрим позицию любовницы. Кстати, это может быть служебный роман, вполне даже может быть. И здесь очень многое может связывать, просто даже чисто в амбициях. Здесь маг указан. То есть женщина, которая может владеть практическими навыками или что-то делать, или как-то показывать себя с точки зрения либо профессионала, либо активности, может проявлять свою активность. Также она умеет договариваться с людьми и как-то над ними возвышаться, что-то им гипнотически буквально как-то проникать, да, как-то их забалтывать, заговаривать буквально. И волей или неволей к этому человеку начинают прислушиваться. То есть у нее есть некая способность.
перевоплощаться и вести за собой. То есть, может быть, даже нравится договариваться с людьми каким-то образом, но, тем не менее, ставя себя все равно выше. Вот эта женщина, которая статусная. Кстати, здесь идет негативная программа, либо же где женщина считает себя, что она имеет больше прав. Вот здесь получается некая созависимость, перетягивание каната. Здесь и депрессии могут быть, и навязчивые состояния различные, и ревность. В принципе, вот из этих двух героинь, та, которая более правильная, скажем так, или официальная, претерпевает больше негатива. Та же, которая идет тайно или как-то делает что-то из-под тяжка, или это любовница элементарно, у нее почему-то позиция выше. Лучше, круче, или она умеет владеть собой и манипулирует обстоятельствами. А официально здесь может даже манипулировать, или на нее наводится негативная программа, да, или со своими страстями этот человек сам не может совладать, возможно, даже обращается за некими услугами. То есть, в принципе, и с этой, и с другой стороны, не все так гладко и просто. Каждая хочет показать свое превосходство и, возможно, идти разными путями, может, да? Напишите конкретно вашу ситуацию, как у вас, что там происходит, как вы для себя прочитали сие послание для вас от карт. Но здесь, знаете, здесь идет развитие событий какое-то очень быстрое. Здесь что-то завяжется вот так долго, в таком состоянии, если есть кто-то с кем-то борется, да? Даже если мужчина холостякует, здесь явно показаны две женщины. Ну, или женщина не одна, не один человек, который ему нравится. Здесь ситуация, которая требует быстрого вмешательства, быстрого разрешения. Как-то либо договориться, либо выяснить отношения здесь придется. Ну, или... Опять же, обе дамы готовы действовать. Да, очень интересно, а как этот мужчина относится вот к тому, что происходит? Ну, он подвис. Ему, наверное, желательно, чтобы решилось все без его участия. Хотя, в принципе, он будет защищать свои интересы, но очень как-то слабенько, знаете. Вот здесь все как на чаше весов. Такое ощущение, что кто выиграет этот приз, тому он и достанется. Очень интересная позиция для человека, который вышел, в принципе, императором. Тот, который сам должен что-то решать. Но здесь он не хочет. Здесь он просто зависшее состояние, да? Подвис и все. Давайте теперь спросим, что же ты хочешь все-таки сказать той женщине, которая тебя сгадала? Что ты хочешь сказать? И вообще, хотел бы он что-то сказать? Вы знаете, мужчина, в принципе, заигрался. Вот все, что он чувствует по отношению к вам, это то, что он делает очень мало шагов. Чаще всего он очень холоден или уходит от прямого разговора. Он очень мало делает для вас. И здесь он больше даже как-то обижает. Больше обижает. Хотел бы ты как-то что-то исправить. А он говорит, что тяжелый путь, тяжелая дорога, и предстоит какие-то изменения очень сложные, да, для того, чтобы что-то улучшилось, для того, чтобы вот этот его рыцарь кубков, да, желание наладить взаимоотношения или как-то себя проявить, ему мешает, вот его как будто бы кто-то дергает, да, постоянно по аркану дьявол. То есть здесь в него как будто бы вселяется кто-то, да? И сам себя он не понимает, ему очень сложно. Иногда он просто бежит от вас. Просто хочет вот, просто куда угодно, чтобы ничего не решать, ни о чем не говорить, ничего не обсуждать. С глаз долой и сердца вон.
и не хочет о своей любви говорить или о своих чувствах. Давайте спросим, а чувства вообще остались у него к вам? Остались ли у тебя чувства к той девушке, к той женщине, которая тебя загадывает? Ох, вы знаете, смотрите, в первую очередь нам показали, что здесь идет вынужденное бездействие. Это иногда просто, вот как хочется просто лежать, ничего не делать. Момент какой-то депрессивный здесь настает. Он не хочет отвечать на вопрос. Смотрите, четверка жезлов перевернутая. То есть радость и счастье, момент, когда человек хочет, чтобы его ждали, пока отсутствует на данный момент. И туз кубков нам показали, но перевернутый. То есть чувства и ощущения радости, счастья или то, что дать вот эти чувства, вот эту любовь, да, здесь имеет пока обратное значение. Можно сказать, что любовная лодка разбилась об быт, а, возможно, здесь не было никакого быта. Но здесь мы видим, пока на данный момент времени нет желания говорить о чувствах. Давайте спросим так. А кого бы ты выбрал сейчас? Женщину, которая спрашивает о тебе, другую соперницу или свободу, свободный путь, сам себя, как говорится, да? Вообще никого. Давайте сейчас ваша позиция. Позиция другой женщины, если она есть. И позиция свободы или сам себя. Выберет он, да? Ну, свои интересы, скажем так. Вы знаете, что самое интересное? Вот через ту женщину, да, он прошел практически какое-то обнуление. И, скорее всего, он либо расстанется с ней, либо уже расстался, но еще проходит трансформация. По поводу вас... Пока знаете, какое состояние, что воля, что неволя. Он сомневается, и ему нужно время принять окончательное решение, да, то есть все-таки здесь монетки, здесь нужно уметь лавировать. Он как-то уходит от прямого разговора, пока ему и так плохо, и сяк ему нехорошо, да. По поводу себя, вот смотрите, здесь есть двойка жезлов, да, то есть то состояние, когда есть... материальное, есть что-то нажитое, но сердце его пусто и холодно. В принципе, и ему самому по себе тоже не сладко сейчас. Выбор он не может сделать. Та другая сторона, скажем так, сторона соперницы, да, она повлияла на него очень сильно. Вот эта связь, или здесь практически человек... Что-то заново для себя должен был осознать. Должен был как-то измениться, что-то решить. Эта связь так или иначе должна была закончиться, или она должна закончиться. Но либо он не может выйти пока еще из этого состояния, да, не может окончательно поставить все точки над «и», ну, скажем так, он в процессе. Либо, если даже расстались, то еще пока на нем вот есть эта некая печать, да, пока его еще не отпустила. Если говорить о воздействии, ну, может быть, это просто психическое воздействие, знаете, психологическое, пси-воздействие. Это энергетика, это харизма другого человека. Это просто так вот, как в кино, опять же, так как-то все закрутилось по пьяни, да, и так может быть, и по работе это может быть. Но здесь, опять же, нужно смотреть индивидуально, что свело тех двоих. Если же человек холостякует просто, вот просто нету никаких третьих сторон. Вы или холостяцкая жизнь. С вами он мог бы достичь очень хороших результатов. То есть вы могли бы дать ему ту поддержку, которая могла бы его возвысить, опять же. Посадить его на коня, на трон, дать ему корону. То есть здесь идет успех. После каждого успешного мужчины стоит где-то умная женщина, да, или та, которая даст ему эту возможность вот так развиться, да, даст ему стимул или хотя бы не будет ему мешать. Что касается его, здесь мы видим десятка монет. Вы знаете, вот если ему средства будут позволять,
то он будет заниматься собой и своим развитием. Но сейчас интересный момент, когда если человек будет холостяковать, то он, кстати, очень многое может разбазарить, потратить, и здесь могут денежки уходить как сквозь пальцы, и здесь нет стабильности. Но опять же, мы не видим старших арканов. То есть здесь ситуация, которая вполне решаема самим человеком. Здесь надо как-то понять что-то, договориться и прочее. Особых каких-то казусов извне не наблюдается. Или тех ситуаций, тех проблем, с которыми невозможно ничего сделать, да? На которые никак нельзя повлиять. Нет, здесь пока не такая острая проблема. Кроме как связь, если есть женщина, вот там с третьей стороной, там, да, там что-то более серьезное. Итак, давайте сейчас вытянем старшие арканы. Сразу идет правосудие, как на чаше весов. Опять же, между двумя. И вот мы видим влюбленные. И что ты еще будешь? Между чем и чем ты будешь выбирать, башня? Знаете, с одной стороны, здесь может все нарушиться у этого человека, да, прям полностью. И очевидно, это если он будет делать выбор какой-то сейчас. А выбор нужно принять сердцем между кем и кем, и все как на чаше весов, да. То есть от каждого его поступка будет зависеть дальнейшее развитие событий. То есть мы здесь видим, что человек делает, то он и получает. И выбрать ему своим сердцем, да, что он выберет. Вот здесь проблема-то стоит. Или все разрушить. Тогда такой вопрос. А неужели нельзя идти по зову сердцу, не разрушая? Но почему-то здесь есть некая дилемма. Вот или. Наверное, этот мужчина сейчас пока на тормозах все отпускает, потому как здесь выбор действительно очень серьезный. Здесь нужно каждый шаг свой прощупывать, да, обдумывать. Возможно, перемены грядут, и их человек не сможет избежать, но еще нужно как-то правильно сделать свой выбор. И это будет касаться как карьеры, так и любви, любовных отношений. Солнце. Но по аркану Солнца все равно особо переживать и как-то вам, допустим, что-то как-то сильно расстраиваться здесь не рекомендуют карты. И аркан Солнца также сглаживает отрицательную, негативную информацию, да, или как-то говорит, что успокойтесь, вы ничего не сможете сделать, да, особо как-то помочь или помешать чему-либо. Не вашей власти, ваше дело, что спокойствие, только спокойствие, больше позитива. Ну вот так. Дорогие, на сегодня вот такая информация. Я надеюсь, что вам было интересно, полезно. Вы ставите лайки, подписывайтесь, звените в колокольчик. Ну и до новых встреч. Пока.